А вы когда-нибудь болели звездной болезнью? Ты знаешь, а что касаемо звездной болезни, это вообще, знаешь, это такой иной взгляд на мир. Вот я так я считаю, да? То есть, почему, если у тебя известное лицо, там, или ты узнаваемый каким-то образом, почему ты думаешь, что по щелчку пальца тебе должны все как бы, все дать, да? Ведь это тоже опасная история. Это игра и точно с финальным проигрышем. Потому что есть окружающий мир вокруг тебя. Вот эти все чувства могут дать остановиться в развитии, да? И самое главное, ты можешь потерять себя. А что значит потерять себя? Потерять свою совесть. Поэтому к таким стереотипам, как звездная болезнь, я, так сказать, несмотря на то, что нахожусь в этой профессии, которая подразумевает все блага, очень осторожен.